И, в принципе, украинские женщины самые сильные духом. Все будет хорошо. Мы в это верим. Снег, который, по-моему, не заканчивается, он продолжается. И если бы не дочь, мне кажется, я просто какой-то абстракцией нахожусь. Я не могу еще прийти в себя о том, что мы бросили все, родных, друзей, ради чего жили, все осталось. Но с ней мне путешествовать, я чувствую себя как будто, я ответственна за нее, поэтому мне легче было решиться на этот шаг уехать. Потому что если бы у меня не было ребенка, я бы, наверное, не решилась уехать в неизвестность.